Виртуальная реальность у нас сейчас, друзья, с вами на каждом углу. Всем привет, меня зовут Илья, вы смотрите видео на канале Маков Нет. Тренд на VR задала компания Oculus с их очками. Сейчас же все крупнейшие технологические компании так или иначе выпускают какие-то подобные аналоги этим устройствам. Мы открываем крышку, кладем туда смартфон, запускаем необходимое приложение и надеваем эти очки на голову и, собственно, видим ту самую виртуальную реальность, о которой сейчас все так много говорят. Перспективы использования такой вещи на данный момент не совсем очевидны, но в то же время с развитием технологий, с развитием каких-то, например, трехмерных курсов, либо туров по лучшим и самым интересным музеям страны, либо по тем местам, где вы уже не сможете, ну, никак побывать, например, в каких-то средневековых замках. Представьте, насколько интереснее станет процесс обучения в школах, либо же даже, может быть, в институтах и университетах, если подобная технология пойдет в массы. Сейчас на рынке уже есть подобного рода устройства. Например, компания Samsung некоторое время назад представила свое видение очков виртуальной реальности Samsung Gear VR, которые совместимы только со смартфонами Samsung и стоят достаточно дорого. А с другой стороны, никто вам не запрещает купить на eBay Google Cardboard за какие-то сущие копейки, но это картонка, которую нужно постоянно держать руками у своих глаз, либо же приматывать скотчем к голове, что само по себе не является, по-моему, классной идеей. В то же время у нас есть золотая середина, можно, наверное, это так назвать. Именно вот такие очки, которые мы будем выпускать под брендом Маков Нет, вы сможете купить по цене от 2 до 3 тысяч рублей, что, в общем-то, опять же, является той самой серединой, о которой мы с вами сейчас говорим. Поэтому мы сейчас призываем вас написать в комментариях, что вы думаете о VR как технологии, насколько вам это интересно и, самое главное, были бы вы заинтересованы в покупке вот таких вот очков от нас. Обязательно напишите в комментариях. Пока!